Чувачки, всем васап, и сегодня снимаем очередное жесткое наказание, бро. Мне даже, честно, стрёмно пацанам говорить, что это за наказание. Это придумал я, вообще спонтанно в голову пришло. А Макс, ты участвуешь? Да. Все же в детстве, когда болели, вот мама картошку наварит, да, и вы в кастрюлю и дышите картошкой. Накрываете полотенцем, вот. То же самое, только вместо картошки будет дерьмо, короче. И минуту! Вы что, гоните? Говно! А дерьмо чье? Дерьмо чье? Навоз, навоз. Навоз вонючий, пизда. Сколько по времени? Минуту. Уже какой-то трэш, нахуй. Уже, блядь. Какой-то реально уже трэшняк начинается, поэтому... Ребят, а как Стано будет с девочками потом знакомиться, если проиграет? Никак, я Сигмом. У меня сразу рвотный рефлекс, короче, когда я представляю, что я над дерьмом вот так дышу реально носом. Рот закрываем. Дерьмовое наказание, реально, дерьмовое наказание. И самое, что уродское, что ты потом еще будешь пахнуть еще сколько времени, он же не сразу, типа, выветривается. Пацаны, дайте ваши наказания в комментарии. Из-за этого нам дают такие наказания. Так что напишите в комментарии, какие наказания хотите. Всего будет 3 задания. В первом раунде выйдет 1 победитель. Во втором и третьем выйдут по 2 победителя, которые точно не выполняют наказание. Оставшиеся 4 участника будут бросать супер лонгшот. Кто останется последним, выполняет кринжовое наказание. Чуки, я уверен, каждый испытал чувство такого легкого, когда просто узнали, что за наказание может ожидать. Начинаем с американки. В этом раунде выходит один победитель, который точно не выполняет наказание. То есть нельзя в краску заходить, да? Да, бросать нельзя. Из краски, чуваки, мне могло так повезти. Ладно, нет, на самом деле там дальше супер мясо, я бы точно не вылез в говно. Главное, в конце не оказаться в говне. Так, слушай, очень хорошо идут парни. Каждый один с другим попадает в это дерьмо. И Хаймакс, к сожалению, все, Хаймакс. Давай, братик. Что он сделал? Иисус, сейчас мы без сердца. Он выбил сердце или нет? А как нет? Жестко! Сердце в итоге в игре, все в игре. Гадем! Здесь, дайте ему мяч! Не дает первый! Он не попал, бросай! Ай, легенды! Давай! Шига! Эй! До конца просто! Да никто не может попасть, чуваки, вы что, угораете? Давай, подожди, обновим. Фиш выиграл, Чига вылетел. Он за фишем стоял, да. Он забивал, все правильно. Он еще играет. Все. А я почему так быстро вылетел? What the fuck? Просто парни реально настреливают. Но нет, сейчас Максик точно должен вылететь. Как он хотел закинуть это лассо. Я против Сержа стоял, конечно. Вы что, гандоны? Парни, просто жесть какая-то начинается, все попадают. Безумно сложно. Я думаю, в финале останется Серж и Криш. Офигеть! Не, ну вот это вот дерьмо. Чига. Коля Сик и Хаймакс наблюдают за этим со стороны. Биг Сейн отправляется в нашу компанию. Норм. Первое задание можно сразу забирать и кайфовать. О, фиш
плюс-минус. Гага забирает этот раунд. А нет, Криш в игре. Окей. Серга. Нет. Они, куда ты летаешь? Амир, ты кринж, бро. Пытался очень быстро попасть. Так, вот они, три остались. Да чё, надо просто забивать и всё, сложно. Чуваки, ну чё, я думаю, что сейчас заберут раунд. Ну да, надо просто бросать и быстро-быстро бегать. Базар, парни. Воу! Воу! Три подряд! Ай-яй-яй! Оу, живет, живет! Сергей продолжает эту игру! Ну ладно, окей, нормально. Иди сюда, брат. Да, попытаемся сразу выскочить, сразу отскочить, посмотрим. Брат, чувствуешь какое-то преимущество или ровность? Я спереди не чувствую преимущества. Но он же специально изначально встал за мной, чтобы меня выбить. Принципиальность идет сейчас. Ну давай, братик. Все, Серж домой поехал, ясно. Замазал, проиграл, ребят. Ладно, топ-2 нормально, привет. Я отскочил, моя жопа сегодня не будет наказана. Поеду домой, у меня там девушка. Возможно, кто-нибудь мою жопу сегодня накажет. Блин, чуваки, я походу реально буду сейчас говно нюхать. Там такие задания остались. Блин, я просто понимаю, что с каждым заданием, блин, мне все тяжелее и тяжелее будет. Сейчас нужно попасть 1, 2, 3, 4 броска подряд из-под кольца, штрафной, трех и лонгшот. В этом раунде выходит 2 победителя, поэтому, чувачки, шансы есть. Пацаны, ну сейчас есть возможность реально как бы проверить свой Shooting Stars и не проиграть этот раунд, потому что наказание действительно просто ужасающее на самом деле. Ладно, типа уверенный. Да ладно, я не верю. А, окей, базар. А было перспективно. Самое главное, не промахнулся из-под кольца, а потом уже все нормально было. Ну а вот сейчас Чиков вообще-то последний бросок бросает. Парни, и он! С первого раза, братишка. Первый раз, братишка! Конечно, блин, рад, блин! Что я не буду дерьмом дышать! А кто рад этому, блин? Я бы хотел, чтобы Чига понюхал дерьмо, конечно. Я потихонечку уже переживаю. Блин, сейчас еще Брага 100% может забрать дерьмо. Ребят, я волнуюсь, я не хочу нюхать парашу, я хочу забить просто уже и все, и пойти отдыхать. Да нет! Нет! Самое сложное, меня может сбить дальняя точка, ребят, я не буду. Да! 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 Забери мою силу. Вот так вот, стой. Короче, я Чиги забрал. У нас есть теория, что кто проебывает в финале американки, тот проебывает челлендж. Это мои брови подсказали. Да. Посмотрим, работает ли это. Или я просто мудак. Брага был очень близок уже второй раз, чтобы вылететь, поэтому у него есть прекрасные шансы подышать парашей. Я думаю, он не будет против. Напишите снова в комментах, кик Сержи. Даже сеточки не коснулся, бро. Сразу забил. Ну все, уже путь закончился. Ну не, на штрафном? Не, это все уже. Говно хавать, конечно, не хочется, пацаны. У меня реально сразу вот так... Вот так, понял? Это пиздец, бро. Блять!
Сейчас трафик изи. Сейчас теперь трешка изи. Веришь? Верю. Браво! Главное, из-под кольца не промазать. Ай! Очень на тоненьком. Фиш дальше трехи не уйдет. Фиш дальше трехи не уйдет, говорят. И оказались прав. Дайте я предпоследний. Да, после травм реально сложно возвращаться. Да. Чуть-чуть. У меня будет победа, если я сдвинусь с этого места. Видите, я реально думаю. Понял, ну что нужно реально попасть. Ай! Сиди! Я же говорю, что кольца всегда ты самая такая. Не, не то, что вредно, я просто не умею, бро. Сиди! Может, реально, это вообще... Не-не-не, Чуваки, ну если... Я отвечаю, мне будет достаточно, если я заряжу эту трёпку. Давай, Колян. Переволнение пошло. Да ну! Тварина! Ну все, чуваки, сейчас пацаны закончат это дело, отвечаю. Второго шанса у меня уже не будет. Легу. Чтобы было поинтересно, чтобы было поинтересно. Второй круг, начинаем. Первый довольно-таки легко. Второй довольно-таки в рот ебал я этот штрафной нахуй. Чисто с коктейлем, блядь, под пальмой нахуй смотрим, как пацаны пытаются не задышать говно. У нас здесь чистый воздух пока что. Моя очередь, погнали. Просто спокойно, хладнокровно подходим и делаем. Трех. Спокойнее. И сейчас что? Так, спокойно, меньше слов, больше дела, ребят. Нет, плиз, бро! Он сделал это. Меньше слов, больше дела. Погнали. Добро пожаловать в круг свежего воздуха. Ай! Ну что, еще есть задание, можно еще не ебать, поэтому кайф. Чуваки, ну что, мое любимое, трехочковые 30 секунд, первые два чела, у которых наибольшие результаты выходят. Все, сейчас уже прям сердечко, чувачки, стучится. Начинаю первый, надо показать хороший результат, чтобы за ним гнались, пытались его побить. А не чтобы его просто побили, и я сидел обосранный оставшееся время, пока остальные бросают. Правильно? Делаем! Let's go! Все мимо! Окей, залетел кое-как. Два. Зай, а уже половина прошла. 18 секунд прошло. Давай, Саня, разгоняй, разгоняй. Семь. 5, 4, 3, 2, 1, время! Эй! 7, браво, это хороший результат, я считаю. Нормально, вообще нормально, вообще нормально. Че, чуваки, задал темпу. 7 забил за 30 секунд. Как и говорил, сделал так, чтобы за моим результатом гнались. Мне бы сделать 2. Let's go! Бам! Пошло. Первый мимо, второй не точен, третий не туда. Окей, четвертый бросок. Он прямо в цель. 10 секунд прошло. Двадцать секунд прошло. Только два броска. Пять, четыре, три, две, одна. Последняя. Сколько я сказал? Две? Две. Два я сказал, два сделал. Я за Колян болею. Нечестно, бро. Вот эти задания, они нацелены на скиллы, ты участвуешь в них. Тут скилл решает. Ну, бро, я за то, чтобы быть, знаешь, я за феминист. Я феминист. Чтобы все были равны. Что, парни, сегодня на кривом вайбе, нифига не летит. Попробуем чуть-чуть включиться в эту игру и забить больше двух-трех трешек за 30 секунд. Let's go! Первый сразу! Давай, брат! А, все мимо. 13 секунд прошло. Осталось 10 секунд, брат. Пока все не особо кайф. Говно.
Придется выбрать. Три, две, одна! Вот это брось! Эй! Вот подают, хуёво, и ты сначала смотришь на мяч, а типа не просто берешь на кольцо, типа там задержками это, блядь, всегда сбивает. Всё, кто? Ты кидаешь или до последней сказал? Чё говорю? Блин, мяч до сих пор крутится все это время. Ну, пацаны советуют просто лишний раз не кипишевать, аккуратненько посылать одну с другой. Ну что, попробую. Один. Браво, Колян. Забить. Забивай, забивай. Два. Браво, Колян. Давай, давай, Колянчик. 13 секунд, 12, 11, 3, 8, 7, 4, браво, 3, 2, 1, 0, все. Сколько? 5, 5, 5! Ай-яй-яй! Не, это жестко, чуваки, 5 от Коляна. Это второе место сейчас, чтобы вы понимали. Бро, ну я, знаешь, вообще, честно говоря, на спокойствии, даже не переживаю. Спокойненько еще, знаешь, там 6-7 сделать без напряга и все. Говори ему по духу, то, чтобы он промахнулся. Надо его трэш-током только сейчас. Цыпленок блондинистый. 2-1, let's go. Ай, ну куда ты сразу попадаешь? Нет, брат. Отлично. Давай, брат. 10 секунд прошло. О, нет. Yes. Осталось 15 секунд. Нет. Нет. Осталось 10! 5 уже! Да ё-моё! 5, 4, 3, 2! Ну ладно, там бешансовый. Ну, пацаны, я же обещал, брат. Блин, это мои задания. Трёхочковый, вы знаете, это моё. Я знаю, что Криштон хорошие оценки получит, но настолько, не знаю. Мне больше 7 надо бить. Прям больше 7. 3, 2, 1, let's go! Десять секунд прошло. 15 секунд осталось. Выше, Амир. 10 секунд осталось. 5, 4, 3, 2, 1. Ай, вот они, два победителя. Мы его так не будем делать, какие. Вот так не будем делать. Так радостно после двух пробов выигрывать в наказаниях. Вообще, охуенно. Чуваки, а что, было сейчас? А? Да, конечно, конечно. Да, конечно, Амир Шарадёб вообще мог что угодно бросить. Ногой бы сейчас начал так запинывать, я бы охуенно. Чё, всё, просто рады. 10 из 10. Амирка, ты не расстраивайся в следующих заданиях. Тебе удачки. Я пойду домой, поем что-нибудь. Блин, пацаны, я мог бы лучше делать. Если бы что? Если бы я хорошо бросал. Let's go, long shot. Исправлюсь и буду разобраться. Еще что-то? Let's go. Давай. Чуваки, ну что, осталось 4 человека. Фиш, Макс, Амир и ваш покорный слуга Коля Сиков. Финальное задание — супер лонгшот с противоположной штрафной. Кто остается последним, нюхает этот дерьмо. Первый бросок, попаду и все. Проблемы больше не на меня. Чуваки, ну честно, сейчас легкая такая паника на самом-то деле пошла. Сейчас надо пристреляться. Я думал, что он ебёт, реально. Я не выполняю это дерьмо. Ладно, что. Мудак. Просто мудила. С первой. Причем тут сперма, Криш говорит, я не знаю. Но забил он с первой. Ну или котлетка, пацаны, в кастрюльке должна быть. Все котлетки мои сегодня.
Я не хочу его нюхать. Честно скажу, как я хочу, чтобы Макс проиграл. Я блюану, пацаны, реально. Тут уже не надо обосраться. Я много раз уже на ролик что-то плохо делал, блин. Короче, забьем. Всем спасибо, пацаны, я не советую, дерьмо пахнет. Я не верил в этого парня, но я беру свои слова обратно. Блин, это что было вообще? А ты понимаешь, что мы вдвоем остались? Нет, бро, я не понимаю, что мы вдвоем остались. Бро, да нам не нужны передачи. Фиш, 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 фиш. Дайте мне последнее слово. Последнее слово, пацаны, реально последнее слово. Дайте последнее слово. Ну что, давайте посмотрим последний бросок Хаймакса. Я в другом ролике говорил сегодня, что у меня типа чуйка на проигрыш. У вас сейчас чуть не блеванул, бро. А прикинь, сейчас забью. Короче, реально как Лига Чемпионов. Чуваки, там он столько... Слышь, пацаны, давай! Макс! 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 У меня сразу работает рефлекс, короче, когда я представляю, что я над дерьмом вот так дышу реальным носом. Рот закрываю. Говно хавать, конечно, не хочется, пацаны. Я не хочу его нюхать. Я блювану, пацаны, реально. Я говорю, может соточку, блядь, на команду, он просто, есть опция, сотку платишь и не выполняешь наказание. Но Макс что-то, блядь, зажал нахуй соточку, блядь, видимо, дерьмо нюхать для него приоритетнее. Реально, какашки, кусок привезенный, с пылу, с жару, с конюшни, и сейчас Макс будет это все нюхать, бро. Да. Нет, такая темка, да, проигрывать вообще не хотелось, но когда придумываешь, будь готов выполнять. Слушай. Слушай, чувствуется, старый конь насрал. Можно побольше, Тём? Макс? Две минуты делаю. Я не сделал две минуты, я понял. Проиграл, надо выполнять. Раз, два. Раз. Два. Раз, раз, два, три. Время пошло. Молодец. Уже даже прошло 12 секунд, брат. Давай, давай, давай. Он придумал, он же делает. Давай, давай, давай. Там можно туда плевать. Давайте все, все, давайте все. Давай чуть-чуть, чуть-чуть. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 5. Четыре. Последний случай напоследок, да. Че ты? За лифту последний раз. Давай. Давай. Делай. Здравствуйте. Короче, чуваки, хочу сказать, чтобы вы накидали реально Максону респектов, лайков, написали, какой он красавчик. Сдержал слово свое. Че, бро, как ощущение? Слава богу, не блеванул, бро. Да. 5 раз были эти пасы какие-то. Вот такой получился видеоролик. Надеюсь, вам понравилось. Максон получил, мне кажется, по заслугам. Давно пора. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока. Гай!